Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем делать неординарный монтаж, устанавливать обрамление на забор, потом обшиваться поликарбонатом серым. Потом на участке на этом же будем делать парники разного вида из набора труб на сварку. Вот на этом месте будем устанавливать дуги, дополнительные стенки. Здесь будут какие-то еще, пока в плане, сейчас будем размечать, все делать. Там будут тоже парник сверху из дуг. Все будем по ходу снимать, фотографировать. Здесь вот будет тоже парники. Вот эти дуги будем устанавливать, приваривать. Закончилась часть монтажа. Сделали обрамление для забора. Снаружи оно смотрится. Тут бетонные красивые конструкции, бортики. А сзади мы поставили заказные и обшили серым поликарбонатом в анкерах. Вот так вот красиво получилось. Вот на этой части территории мы закончили делать стену, сделали стену с профильной трубы 20 на 20, столбик сделали 20 на 40, типа парника крыша дугообразная, здесь просто скат будет, прямая крыша под пленку, тоже приводили. Здесь еще будет перемычка. Сейчас поливалим. Ну и вот здесь тоже сейчас будем делать парничок сверху. Вот и все, закончили мы полностью. Все заказные конструкции, которые данный клиент заказал, сделали парнички, крыши в виде дуг. Привалили на сварку сверху по одному прогончику. Здесь достаточно, здесь будет пленка. Все швы зачистили, подкрасили. Здесь такой же пошили, 1300, здесь 830, по-моему, что-то такое. Мы сделали стенку из поликарбоната, так как бы привалили палочки, столбы профильные, и прикрутили поликарбонат с торцевым профилем. Все, ну и про забор, палисадники я вам уже рассказал. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!